Дорогие мои друзья, вы на канале «Готовим вкусно с Валентиной». И с вами снова я, Валентина. Сегодня готовим блинчики с мангой на манке и на дрожжах. Приступаем. В емкость всыпаем стакан манки. 1,5 стакана муки. 1/2 стакана такую лунку венчиком. И всыпаем, вот здесь у меня столовая ложка сахара. Все перемешиваем с мукой, с манкой. Все перемешиваем. И будем добавлять сейчас теплую воду. Вода должна быть такая, чтобы не заварить наши дрожжи. Вы знаете, что дрожжи не любят горячую воду. Поэтому берем воду теплую. Температура нашего тела. Вливаем воду. Воды нужно 2,5 стакана. Вливаем воду. Воду вливаем частями и размешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Тесто хорошо размешиваем. Добавляем еще 0,5 стакана воды. Я еще не всю воду вылила, я частями. Так, чтобы не было комочков. Снова размешиваем до полного растворения комочка. Я укрыла тесто фольгой. Сейчас поставлю теплое место, чтобы оно подошло. Минут на 40. В зависимости от теплого места, в котором он будет находиться, от дрожжей. Будете смотреть, чтобы поднялось, подошло. За это время мы будем делать с вами начинку. Я буду делать начинку из капусты тушеной и грибочку. Готовим начинку. Я подготовила грибочки. Грамм 200-250. Капусты тоже 200-250 грамм. Морковки грамм 100. И столько же лука грамм 100. Сейчас будем обжаривать грибочки вначале, затем капусту и соединим вместе. Будет капуста с грибами. Я раскалила сковородку с растительным маслом. Обжариваем грибы. Сейчас грибы пустят сок. Будем обжаривать их, пока сок не выпарится. И немножечко подзолотим грибы. Я хочу еще сказать, что грибы я мою под проточной водой, устроив проточной воды, для того, чтобы они не набирались воды. Я не кладу ее в емкость, не оставляю надолго в воде, иначе они наберутся воды, очень будет много здесь вот жидкости. И тогда это они плохо жарятся. Вот так грибы позарились, немножко подзолотились. Очень мало воды выделяли грибы, потому что я их правильно вымыла. Они быстро позарились, минут 10. Готовы грибы, чтобы они остались сочными, не пережаренными, не сухими. Сейчас готовим капусту. Еще я хотела сказать, что грибы солят в последнюю очередь. Совсем под конец, для того, чтобы они не пустили сок. Обжариваем лук. Лук обжариваем до прозрачности. Минуты 3. Сейчас добавляем морковь. И тоже обжариваем ее до прозрачности.
перцевым соком. Вот так у нас уже готова морковь. И сейчас мы добавляем сюда капусту. Все перемешиваем. И обжариваем. Капуста будет жариться в течение 15. Капусту будем тушить под крышкой. И я добавлю немного воды. Грамм 50. После 70, чтобы она немного протушилась. А затем, после как вода вытарится, еще подварим. Капуста готова. Я добавила в нее грибы. Сейчас мы ее посолим. Не забываем, что грибочки уже посолены. И я добавлю еще базилик. Вы можете добавить любые другие свои травы, которые вы любите. И еще поставим на огонь минут на 2, на 3. Добавляем травы, черный перец перемолотый, перемолотый в ступке. Сейчас перемешиваем. Я добавлю немного кетчуп. Потому что вы можете соус томатный. Можете вообще не добавлять. Совсем немножко, для яркости вкуса. Снова минут на 2. Капуста готова. Перекладываем в какую-то тарелочку. Ждем, чтобы она остыла. А сейчас займемся тестом. И будем выпекать блинчики. Готовим еще одну начинку. Сыр яйцом с майонезом. И немного моркови. Трем сыр на мелкой терке. Вот на этой мелкой терке. Итак, сыр получился. Сейчас натрем туда яйцо на мелкой терке. И на той же мелкой терке натрем морковь. И заправим майонезом. Сюда же натрем на такой чесночной терке чесночок. Одну головочку небольшую. Ну, у меня такая средняя. Я заправляю майонезом. Положила этот чесночок, майонезом заправлю. Это в том случае, если у вас не пост. Я приготовила постную начинку. Прекрасная получилась капусточка с грибами. И вот такую вот начинку. Сыр, яйцо, сырая морковь, немного размером с яйцо. Чеснок один зубчик и майонез. Сейчас перемешаем и займемся блинчиками. Разогреваем сковородку. И вот такое у нас тесто. Оно подошло, уже пузырится. Сейчас мы его немножко перемешаем. Получилось вот такое тесто. Вот сейчас мы его отправляем на сковородку. Вот так они жарятся. Они получатся очень красивые, пузырчатые. Посмотрите, сколько пузырьков на этом тесте. Это очень интересное тесто. Посмотрим. Мы печем блинчики на таком среднем огне, не на малом. Вот такие вот пузырчатые блинчики получаются. Сейчас мы перевернем его на другую сторону. Прекрасно переворачивается. Продолжаем печь. В золотистой корочке. Так красиво они пекутся. Такие пузырчатые получаются. И будут нежные на вкус. Вот такая горка блинчиков получилась. Вот у нас есть начинка. Сейчас будем начинять. Берем капусту. И кладем на край. Капуста получилась очень вкусная. Просто нереально вкусная. Рекомендую готовить капусту таким способом. Вот мы положим начинку вот так. Не жалеем.
да, с грибочками. Очень вкусная. Сейчас завернем. Вот так я снова кладу начинку из капусты с грибами и заворачиваю такой рулетик, как вот здесь. Вот я так делаю, закручиваю такой рулетик, а можно еще вот блинчик разрезать пополам и сложить сюда начинку таким способом. Вот здесь положим начинку посерединке и завернем его немножко иначе. Затем закладываем вот так. И с этой стороны вот так. И получается вот такая подача блинчика. Так любит делать моя невестка. Вот так я положила начинку посередине блинчика, половинки. И я снова беру один конец, вот так накладываю, и второй. Получается вот так, вот такая вот формировка. Так формируем блинчик. Делаем таким же образом, но вот с этой начинкой, которая с сыром. Ну, сейчас я положу сюда ее. Точно так же. Кладем начинку посередине. Вот так распределяем. В таком блинчике я распределила начинку по всему блинчику. И даже до краев. И сейчас заверну такой рулетик. Я расскажу вам, почему я это сделала. В этом случае я тоже с капустой и с грибами распределила начинку по всему блинчику. И закручу его в такой вот рулетик. Я предлагаю вам такую вот подачу блинчика. В таком виде можно подавать их и к столу, праздничному столу. Здесь очень много интересных вариантов получилось. У меня, значит, я вот так вот оформила. Эти я поставила, разрезала на такие вот, как столбики. Я могу показать, посмотрите, как красиво получилось. Вот так вот. И поставила вот так. Вот так вот. Посмотрите, как я их разрезала. Я их разрезала и поставила вот так. Точно так же я сделала с капустой. Разрезала блинчик и поставила. Вот посмотрите, как они стоят. А эти я оставила так рулетиком. И разрезала пополам. Украсила зеленью петрушкой. Получилась очень интересная подача. Спасибо, что вы были со мной. Это очень вкусно. Я неоднократно готовила это вкусное блюдо. И сейчас его попробую при вас. Возьмем такой вот рулетик и попробуем. Это очень вкусно. Рекомендую. Гости ваши будут в восторге. На сегодня прощаемся с вами. Заходите на мой канал. У меня очень много интересных рецептов. Здесь я совместила и постные блинчики, и непостные. Может, кто-то захочет непостные блинчики. А на сегодня пока-пока. До новых встреч на моем канале.